Всем привет, народ! Сегодня у нас 5 ноября 2022 года. Занимаемся отделкой нашего большого семейного дома. Ванну не показывал я. Не снимал несколько дней. Установил бойлер. Вот. Собрали горшок, унитаз. Завтра мы его уже соединим. Установили вот так, как умывальник, холодная, горячая вода, все уже есть, все подсоединено, так это все выглядит, так что уже все потихоньку наш комфорт мы обеспечиваем дома на улице. Ну, сейчас я последний раз видео снимал минус 16 где-то по ночам. Сейчас немного потеплело. Нет, идет снег. Снег уже лежит на земле. Уже довольно холодно у нас. Ну, я вот в майке, в новом доме. Ну, отопление работает идеально, которое мы сами тоже собрали. Очень тепло, очень комфортно. Котел очень экономичный. Там закинул 2 раза дрова в день и дома 25 градусов. Ну, этот бойлер установлен. Собрал я вот такой под него вот такую тумбу. Это все самодельное. Покрасил. Закрепил дополнительно анкерами. Ну, бойлер стоит капитально. Недавно мы его набрали, температура только-только поднимается. Здесь все вот проверяли. Обратный клапан немного тек. Я его сейчас все сделал. Вот, бойлер греет. Все проверяем, все прессуем. Унитаз собрали, горшок тоже опрессовали. Там вода, мухи даже попадают. Так что завтра уже мы его соединим. Ну, вот эти трубы, наверное, потом закроем. Сделаю я короб здесь. Короб канал. И все будет там, ничего видно не будет. Останется внутри стены. Ну, это не стена, а будет шахта. Потолок сделал вот такой. С плафонами, светильниками. Вот они. 4 штуки. В ванной довольно светло, тепло, комфортно. Вот так получилась отделка. Это пластиковые панели, пластиковые. Ну все чисто с пластиковых панелей. Все сами тоже собирали. Так что стройка продолжается. Завтра мы уже начнем делать ванну первого этажа. Отпустим уже вниз канализацию. И в принципе здесь второй. Это ванна детей. Это чисто для детей мы делали. Пока никакого душа, никакой ванны здесь не предусмотрено. Все будет внизу на первом этаже. Ну, туалет, умывальник детям, чтобы вот у детей комнаты. Раз, два, три. Три двери, три комнаты будет. Чтобы дети не бегали вниз, сделали для них здесь ванну. Ванна большая, 3х2. Теплая, комфортная. Короче, все дела. Здесь еще бардак творческий. Все устанавливали, все делали. Ну, скоро все уберется. Так что потихоньку стройка продолжается. Скоро, уже совсем скоро мы уже сюда заедем, в наш новый дом, со всеми комфортными, со всеми удобствами. Так что, ну ладно, всем пока. На днях сделаем ванну первым этажом. Установим душ. Душ буду делать уже самодельный. Все. Ну и все покажу потом, как что получилось. Ладно, всем пока, скоро увидимся.